Девочки, всем привет! Давно очень не снимала видео о покупках, так не так их прям супер было много за последнее время, плюс еще был конец учебного года. Вот, но сейчас я более-менее освободилась, готовлю для вас несколько интересных видео, монтирую. Вот, и решила вам снять покупочки, которые я делала за последний где-то, наверное, месяц для своих девчонок. Хотела вам одно время снять примерку вместе с Настеной, но так как она уже почти 3 недели на даче, поэтому буду показывать так. Так, первое, это вот такой вот классный песочник от Мазкия для Надюшки. Я вот его просто постирала, еще не глаженный, так что извините, но все никак не могла собраться вам снять, поэтому решила уже снять как есть. Очень долго я гонялась за размером, который хотела, значит, 12-18 месяцев я хотела. Если получится, вам вставлю фоточки в видео, как он на ней смотрится. Вот мне очень понравилось сзади такие классные рюшки. Вот. Очень прикольный такой песочничек. Так что я довольна этой покупкой. Он классно на ней смотрится. И несмотря на то, что он такой достаточно плотненький, в нем, в принципе, не жарко, даже когда по 30 градусов. Так, это первый. Стоил он что-то как-то единственное, что недешево. Там около 1500 рублей, но там была, когда мы были акция, один песочник берешь, а на второй 50% скидка, поэтому я вот взяла ей еще вот такой вот песочник, куда же мы и без мини. Вот он у нас такой ярко-красный, классный, с мини-маус, вот, и с такими крылышками, очень такой прикольненький, с кармашком настоящим. Ну, сзади такой вот он обычный, просто горошек, и здесь на клепочках тоже очень классно он на ней прикольно смотрится. Так, далее становится жарко, мы скоро едем на море, поэтому решил я прикупить ей трусиков. Уже это вот в моем любимом магазине «Мое солнышко», я там Настюню все время белье покупаю, и купила вот пока 3 штучки Надюшки, посмотрим. Они по 169 рублей. Вот одни такие розовые с зайкой, такие вот голубенькие с цветочками и такие вот с кошечкой. Белый не стала брать, я думаю, что нет смысла брать ей белые трусики. Так, что касается белья, еще я там набрала всяких носочков. Вот такие классненькие, они вот под этот костюмчик подойдут и под песочник с мини. Вот здесь вот с такой вот резиночкой, хлопковые такие носочки и такие же вот еще желтенькие. Такие вот по 100 рублей они, по-моему, да. По 100 рублей носочки. И еще я там брала вот таких вот носочков, просто они там у нас уже сейчас в носке. Такие я брала розовые, белые и сиреневые, простые такие тоненькие носочки. Они прям в дырочку. Такие вот совсем тоненькие, очень классные. Эти вообще, по-моему, да, по 64 рубля. Так, и еще то, что касается покупок в «Мое солнышко». Вот такая вот у нас косыночка, очень легенькая. Вообще у нас проблемы с головными уборами, мы все время их снимаем. Не знаю уже, что с ней делать, но вот носим мы такую косыночку. Какое-то время она в ней может все-таки проехаться. Такая у нас тоже сейчас она уже в носке. Вот такие вот здесь у нас стразик такой. Здесь на резиночке, на такой тоненькой. Ну, в принципе, смотрится на ней хорошо. Такая тоненькая косыночка стоила, она, по-моему, 250 рублей. Так, вот такой костюмчик нам подарили. Здесь такая вот маечка в горошек. Простой такой вот он. Я даже не знаю, хлопок тоненький. И такая вот пышненькая юбочка белая в красный горошек. Вот такой комплектик. Тоже на жару, мне кажется, прикольно будет там поносить. Еще в Колчедонии, так как мы скоро едем на море, купила ей такие плавки. В Колчедонии очень сильно маломерят, и в принципе они тянутся, но вот эти вот плавки, они, по-моему, на 4 аж года размер. У них как-то идет размер, да, у них идет размер 2, 4, 8. Вот Настя, я беру уже купальники, которые на 12. То есть вот сейчас у нее там есть несколько купальников на 10, хотя ей будет только 9, они ей впритык. Один какой-нибудь, наверное, мы ей купим уже вот ее размера. Вот тут с такими вот они бантиками симпатичными. В принципе, большой не маленький, поэтому я думаю, что нормально будет на вот такие вот плавочки. Стоят они сейчас, пока скидок нет, но прям я поняла, что могу забыть, в принципе, их купить. Поэтому пошла и купила. Здесь написано 7,50 евро. Ну, короче говоря, что-то там порядка
600 с чем-то рублей. Не вижу я ценник, честно говоря. Куда-то, наверное, оторвала его. Короче говоря, где-то 600 с чем-то рублей они стоили. Сейчас, может быть, мы здесь где-то. Нету, не знаю. Короче говоря, 600 с чем-то рублей я их отдала. Так, следующий костюмчик. Он ко мне пришел с Алиэкспресс. Это вот из тех еще заказов, которые были вот сделаны на их годовщину какую-то. Он мне, в принципе, очень понравился. Я подозреваю, что майка, наверное... Так, майка, конечно, после стирок может растянуться, но мне кажется, нормально будет. Здесь вот такая вот тоненькая хлопковая маечка с такой вот аппликацией. Здесь вот вишенка такая. Размер вот этот вот, он идет, сейчас скажу, 8, нет, 90, но ей, в принципе, нормально. И такие вот здесь трусики под подгузник. Так, сейчас я вот так вот, чтобы не снимать, сзади покажу. Они здесь сзади вот с такими вот рюшечками. Мягенькая такая достаточно резиночка. То есть, если ходить на подгузник и сверху такую маечку, мне кажется, будет прикольно на жару ходить. Так, дальше два платьица из магазина Кари. Очень мне они понравились, такие нежненькие. Единственное, очень плохо гладятся и очень быстро мнутся. Но я думаю, это ничего страшного. Одно вот такое вот нежно-розовое. Вот такое вот. Еще это такой вот нежно-розовый цвет с шитьем. Здесь вот такое на всю дырочку. И подъюбник, что очень хорошо, тоже он такой вот ситцевый. Вот одно такое просто нежно-розовое с крылышками. Вот такое вот. И второе такое вот бирюзовое. Тоже вот оно с таким шитьем, тоже с подъюбничком. Два таких вот одинаковых платьица. Так, теперь то, что касается Настены. Вот специально повесила. Значит, в Мазыке мы ей купили вот такую вот футболочку. Ты делаешь меня счастливой. Стоила она 549 рублей. Но вообще мы ее брали вот к этой юбке. Сейчас я вам ее целиком покажу. Я от нее просто вообще в диком восторге. Сначала меня так немножко душила жаба, но потом я поняла, что она такого достаточно длинная и пойдет много лет. В принципе, мы ее сможем носить. Сначала она будет ей ниже колена, потом она ей будет просто повыше. Вот она тоже с ситцевым подъюбником. Такая вот в стиле пэтчворк сделанная. Очень нежные цвета. Вообще все, что угодно можно под нее надеть. Она просто была не очень дешевая. Стоила она... Да, вот 2149 рублей, но я просто вот, не знаю, очень хотела купить, мне она понравилась, поэтому решила, что куплю все-таки. Так, дальше это я купила в магазине InCity. Я вообще ни разу там не покупала детские вещи, но просто мне что-то понравилась вот эта футболка. Причем она была в мальчиковом отделе, но простой такой тонкий белый хлопок, такой вот Микки Маус, здесь вот такие всякие надписи. Простая белая футболка на размер 9-10 лет. На лето, мне кажется, самое оно. Так, ну и еще пару вещей в Остине тоже давно там детские вещи не покупала. Просто там сейчас какая-то распродажа. И очень удачные оказались вещи. Тоненькая такая, как сжатый такой вот хлопок. Очень нежный, с мягкой очень резиночкой, с таким вот шитьем. Чтобы не обгореть первые дни ходить на море. Стоила она, вот видите, вообще совсем дешево. 399 рублей. Размер 140 сантиметров. И мне кажется, она будет классно смотреться в комплекте вот с этими брюками. Те, которые там с другой стороны висят, вы уже видели, я их раньше показывала. А эти вот тоже с такой резиночкой, такого нежного, тоже мятно-бирюзового цвета. И здесь тоже резиночка. Такие тоненькие невесомые брючки. Тоже, мне кажется, на лето вообще просто классно. Так, они стоили... Сейчас я вам скажу. Так, они стоили тоже со скидкой 799 рублей. Вот кофту и брючки я купила прям совсем недавно. Вот. И мне кажется, вот они вместе по сочетанию цветов очень классно смотрятся. Так, еще, наверное, сейчас попозже доглажу и сниму вам еще буквально пару вещей. И на этом видео о последних покупках для девчонок я закончу. Так, ну и заключительная часть видео о покупках одежды для девчонок. Значит, хотела я очень все это погладить, потому что это недавно пришло с Алиэкспресса после стирки, но... Ужасная жара за 30 градусов в Москве. Так что, девочки, простите, все немножко мятое, потому что гладить такую жару просто невозможно. Значит, первое, это вот такой вот спортивный костюмчик, такого прикольного мятного цвета. Здесь он выглядит такой более зеленый, на самом деле он такой мятный, с мини-маус.
Кстати, обратно, вот на другой стороне ничего нет. То есть здесь вот мягко все достаточно. Тоненький такой трикотажный хлопок, очень приятный на ощупь. Здесь вот такие вот манжетики. Размеры это написано 9. Не знаю, что такое 9. Вообще заказывала я на 86 сантиметров. Он ей, в принципе, сейчас как раз. Единственное, что мне кажется, вот эта вот резиночка вот здесь вот в поясе чуть-чуть тесновато. Но так как бы нормально. Такой вот на вечером, на лето. Очень приятный такой нежный костюмчик. Так, и вот такой вот костюмчик. Тоже мы его уже надевали пару раз. Вот. Такая вот футболочка. Хлопок такой ситец, я бы сказала. Тоненькая такая, совсем с ягодками, с бантиком сзади. Вот с такими клепчиками. Очень такая легенькая, прям на жару хорошо. И к ней в комплект вот такие вот шортики прикольные. На детских площадках в платье гулять неудобно, а вот шортики и футболочка самое оно. Ссылочки на все комплекты, которые с AliExpress, я оставлю под видео. Так, что еще, прежде чем к сегодняшним покупкам? Еще мы покупали новые босоножки. Те у нас такие более как бы туфельки, а вот уже купили такие вот в дырочку. Взяла я с закрытым носиком, потому что мне кажется, что она может сбить себе ножки, поэтому они вот прошитые. Это я купила в магазине «Мое солнышко». Стоили они не так дорого. Какая-то фирма «Сказка», но хорошая. Здесь вот внутри кожи есть супинатор, видите, жесткий задник, прошитые, очень легенькие, на липучечке, ей в них, в принципе, удобно. 20 размер. Вот все, что нужно, все требования к детской обуви на этот возраст, они как бы здесь соблюдаются. Вот такие вот босоножечки. Так, ну и то, что вот мы купили сегодня, значит, в H&M буквально пара покупок. Так, значит, здесь у нас шортики такие голубенькие. Шортики вот 69 рублей. Такие вот простые, такой вот хлопок. Вот, кстати, водили для мальчиков были, но это не принципиально. Такой бирюзовый цвет, не знаю, почему, мальчиковый. Вот, размер взяла на 86 сантиметров. Так, и две кофточки тоненьких с длинным рукавом, потому что нам, которые тоненькие, совсем уже стали все маловаты. А в Мазаке последние две, кто помнит, я покупала, они такие поплотнее. Вот, а эти две совсем такой тоненький хлопочек вечером, вот как раз на море одевать. Здесь вот прикольно кружавчики сделаны, тонкий такой хлопковый трикотажик. Одна такая вот палевая роза с такими синенькими сердечками. Здесь вот тоже, кстати, кружево так красиво сделано. И другая такая вот серенькая. Вот. Тоже очень прикольная. Здесь кружево тоже на горлышке и на рукавчиках тоже кружево. Две вот такие вот кофточки для Надюшки. Так, и в Спортмастер искали мы что-то типа кроксов для Нади, но не нашли. Крокс тоже там нет в этом торговом центре. В итоге купили шлепанцы на Насте, потому что ей уже нужны новые. Вот взяли такие вот обычные фирмы Джиз. Вот такие легенькие, люблю такие шлепанцы. Они, кстати, вообще неубиваемые. Мы и себе такие часто покупаем, вот ходить на море. Вот эти вот с пальцем в жару я вообще не люблю, потому что неудобно, все время натирает песок. А это вот удобно, с такой вот выемкой под ножку. 399 рублей, все удовольствие. Красивый такой бирюзовый цвет. Вот, Настена любит. Поэтому сейчас вот так, чтобы на свету лучше было видно. Вот такой вот яркий бирюзовый цвет. И силиконовая вот эта вот штучка, в принципе, мягенькая, очень тереть ничего не должно. Так, что мы там еще купили? А, ну это раз уж снимаю, покажу. Это я вот себе купила шорты такие тоже на море, простые. Хлопковые, кстати, купила в детском отделе. Размер 164 сантиметра, Демикс. Вот. Не помню, сколько стоит. Что-то порядка, по-моему, рублей 500. Такие классненькие. Я их померила, хорошо сидят. Почему бы и нет? Вот такие вот тоже ходить в жару очень даже хорошо. На этом я заканчиваю видео о покупках для девчонок. Вот. Так что всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.